Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Период убывающей луны после полнолуния. Вы можете сделать очень легкую практику от долгов. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Сегодня хочу с вами поделиться очень легким простым методом, который позволяет очень быстро избавить вас от ваших долгов. Если вы уже устали от долгов, вы уже перепробовали все и ничего не получается, попробуйте этот метод, который позволит вам дать много возможностей очень быстро разобраться с вашими долгами. Но делаем мы только на убывающее. У вас предостаточно времени для того, чтобы использовать этот период. Весь период убывающей луны. Вы можете выбрать любой для себя день, неважно. Время суток также не играет роли. Вам понадобится простая вода. Просто идем в ванную, открываем кран с водой. Пока вода ваша течет, вот именно в этот момент, смотря на воду, вы должны сказать такие слова. Светлая вода, неведомая сила. Ты сверкаешь, силой обладаешь. Свою силу ты мне подари, мои долги, нищету с собой забери. Как вода быстро убегает, моя нищета быстро исчезает. Вода всю бедность забрала, вдали дальние с собою унесла. Да будет так. Проговариваем 3 раза все это время, смотря на воду. Далее, когда вы уже проговорили, воду закрываем. И в этот момент, когда вы закрыли воду, вы должны сказать такие слова. Я избавилась от своих долгов. Говорим 1 раз. Все. Это очень легкий, совершенно простой метод, но он очень хорошо помогает привлечь много возможностей для того, чтобы вы легко начали справляться со своими долгами. Сила воды, она уникальна. И если ее использовать при определенной луне, то будьте уверены, что она вам обязательно поможет. Не упускайте такую возможность, используйте ее себе во благо, и пусть в вашей жизни будет только благополучие.